чтоб прожить вам этот год без печали и забот. Чтоб с успехом вам трудиться, а на праздник веселиться. И удачи вам в делах, и улыбок на устах. Зимний праздник на подходе, старый год от нас уходит. В дверь стучится Новый год! Год быка мы провожаем, сразу в тигра год вступаем. Получаем мы взамен год для действий, перемен. Тигру в мощи равных нет, это вождь, авторитет. Он фронтер, он рвется в бой, может жертвовать собой. За окном застыли льдинки, в доме пахнут мандаринки. И спускается год тигра к нам с космической глубинки. Тигр оранжевый в полоску, пусть своим он будет в доску. Пусть придаст он нашим дням ярких красок и огня. Пусть с метелью и порошей принесет он все хорошее. Детям радость, как и прежде. Взрослым счастье и надежда. С новым счастьем, с Новым годом, с новым в жизни поворотом. С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю. Всем, кто холост, пожениться. Всем, кто в ссоре, помириться. Про обиды позабыть. Всем, кто болен, стать здоровым. Расцвести, помолодеть. Всем, кто тощий, стать потолще. Слишком толстым, похудеть. Слишком умным, стать попроще. Недалеким поумнеть. Всем седым, чтоб потемнели, чтоб у лысых волоса на макушке загустели, как сибирские леса. Давайте праздновать, друзья, иначе просто быть не может. Судьбы вам светлой и хорошей от всей души желаю я. Сопнул тигр за хвост быка и сказал ему «пока». Было б круто, чтоб ковиду тигр сумел намять бока. Пусть будет в радость вам работа, чтоб без потерь одна забота, чтоб и с улыбкой, и чтоб и с песней, ведь с песней в жизни интересней. Я пел вам лучшие романсы, я ждал в ответ хотя бы вздох. Луна и ночь кружились в танце, мой облегчая монолог. И пальцы с пальцами сплетались и становились горячи. И мы задуть уже боялись огонь единственной свечи. А вдруг сейчас в моих объятиях волос растает снежный дым, и буду утром вспоминать я о вас, оставшись здесь один. Королева зима, я придумал вам имя. Королева зима, не сравнить вас с другими, буду век умолять. Дайте каплю тепла, обогрейте меня. Королева зима. Земля качнулась под ногами, нас понесла в ночной полет. Вот ошалелыми губами
топлю я белой кожелем. От взгляда синего пьянею и больше медлить не могу. Я все равно вас отогрею, пока земля лежит в снегу. Королева зима, я придумал вам имя. Королева зима, не сравнить вас с другими. Буду век умолять, дайте каплю тепла, обогрейте меня. Королева зима, королева зима, я придумал вам имя. Королева зима, не сравнить вас с другими. Буду век умолять, дайте каплю тепла, обогрейте меня. Королева зима. Время поулыбаться, немножко поднять ваше настроение. Я ведь тоже когда-то был таким же молодым, таким же веселым. Только закончил школу, сдал выпускные экзамены, вступительные и стал студентом нашего университета. Проучившись 10 дней, нас сразу же отправили на картошку, помогать колхозам убирать урожай. Я очень быстро привык к несложному, но вместе с тем к нелегкому крестьянскому труду. Научился копать картошку, отбирая ее по сортам, убирать помидоры, срезать капусту. Я даже научился доить коров. Не научился я только одному искусству. Искусству запрягать лошадей. Я их боюсь. С детства. Но вот однажды ко мне подходит бригадир и говорит: знаешь, Паша, надо отвезти продукты вашим ребятам в соседнюю деревню. Но я не умею запрягать лошадь. Ни даточи, ни тебе ничего запрягать. Вот уже стоит запряженная. Я посмотрел, да, стоит телега, лошадь запряженная, корзины, бидон. Но я не умею поворачивать лошадь ни направо, ни налево. Тебе не надо никуда поворачивать. Вижу дорогу, прямая. Прямо по дороге в деревню и упрешься. С тяжелым сердцем я сел на облучок и робко крикнув: «Но!» Выехал из деревни. На дороге никого не было. Скоро я заметил, моя лошадь стала делать какие-то странные движения. Она как будто бы пожимала плечами, как будто вскидывала зад. Я подумал: от усталости, бедная. Ослабил вожжи. Пройдя несколько шагов, кобыла взмахнула головой и упала дуга. А потом и вся упряжка. И перешагнув через все это, лошадь одна пошла вперед. От удивления я даже забыл, что говорят лошадям, когда хотят их остановить. Я помню, как неестественно, будто во сне прозвучали мои слова: «Куда же вы?» Лошадь обернулась, посмотрела на меня сквозь опущенные ресницы, свернула с дороги и стала есть овес. Я сидел на телеге и обдумывал свое положение. Что я могу сделать? Сумею ли я придвинуть телегу к лошади и запрячь? Но для этого мне надо снять корзины, бетон, который, естественно, обратно я поставить не смогу. Сумею ли я придвинуть лошадь к телеге и запрячь? Но тут я вспомнил. Стоит мне увидеть ее зубы, и я тут же умру на телеге. Но тут, как в сказке, на дороге показался старикан. Он что-то очень громко говорил, обращаясь ко мне и к лошади. Сначала я подумал, что он говорит на каком-то иностранном языке.
Но когда он подошел ближе, я понял. Это был непереводимый русский фольклор. Он нас ругал. Ругал и запрягал. И объяснял, что я из себя представляю. Ну, я только улыбался ему в ответ. Затем он пожелал нам доброго пути, похлопал лошадь по крупу, и она опять медленно побрела по дороге. Естественно, я приехал в соседнюю деревню очень поздно. Все были очень злы. И на обратном пути кто-то так сильно стеганул лошадь, что она понеслась вскачь. Я сидел под корзинами, слушал шум ветра и дождя и вспоминал Гоголя. И какой же русский не любит быстрой езды? Галопом пролетел через всю деревню. Когда, наконец, лошадь остановили, ко мне подбежал бригадир, стал меня щупать. Цел ли я? Оказывается, по дороге телега потеряла колесо, и через всю деревню шла глубокая борозда. Про меня потом и говорили, и про телегу. А, Паша, Паша все пашет и распашет. В преддверии Нового года каждый из нас хочет приоткрыть завесу тайны и узнать, что же ждет его дальше. Здесь невольно вспоминается фраза: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». А чтобы Новый год был лучше предыдущего, люди стараются соблюсти все мыслимые и немыслимые традиции. И все чаще эти самые традиции нам диктует восточный календарь. Так каким же будет 2022 год? И как следует его встречать? Танцуют, нам тоже нужен какой-то номер. Давайте тогда танец кого-нибудь поставим.
Так, постойте, а почему мы танцуем? У нас же есть мальчики, а? Мы танцевать не будем. В смысле не будете? Мы тогда Виталию Георгиевичу покажем видео, где вы на задних партах розетками щелкаете. Пожалуйста, только не это. Бесконечно нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, ну почему? И закружилась вокруг на хмельнице. Ничего уже не помню, извините. И только помню голос. Вы что творите? Зацепила меня. В чем встречать 2022 год разным знаком зодиака? Овнам следует выбрать наряды оранжевого или красного цвета. Тогда тигр будет способствовать развитию и поможет реализовать все планы. Тельцам астрологи советуют обратить внимание на вещи зеленого и коричневого цвета. Близнецам рекомендуется использовать в новогодних нарядах элементы желтого цвета. Ракам следует обратить внимание на светлые оттенки, молочный или бежевый. Для льва идеальным вариантом будет серебряное платье или костюм. Это поможет вам блистать еще весь год тигра. Девам подойдут нежные оттенки, светло-голубой или светло-зеленый. Весам астрологи рекомендуют образ светло-розовой гаммы. Скорпионам на новый 2022 год подходят абсолютно все сочетания цветов. Стрельцам из цветов предпочтительны белый, серый, синий и фиолетовый цвета. Возможно, девушкам будет удобно распустить волосы, но в то же время ничто не мешает собрать их хвост, как у тигра. Козерогам следует добавить яркую деталь в свой новогодний образ. Водолеям для встречи Нового года подойдет золотистый цвет. Он принесет успех в год тигра. Рыбам следует присмотреться к образу светло-голубых оттенков. Цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый. Однако, использовать каждый из этих цветов следует в зависимости от сферы, в которой вы хотите оптимизировать свои шансы на успех. В эфире экстренные межгалактические новости. Хочу начать с главной новости этой недели. Известная суперкоманда Барабараленда повергла в шок все население нашей безграничной вселенной, собрав все свои силы и мысли воедино. Действуя исключительно точно и сообща, они смогли победить главного межгалактического злодея Икс, планета которого с треском развалилась, не выдержав их великого героизма. И как ни странно, еще одна хорошая новость за эту неделю. Юные таланты Барабараленда смогли найти точные координаты Земли и уже летят выполнять свою миссию, не замечая никаких трудностей на своем пути. Помог им раздобыть эти координаты голос разума,
с которым им удалось настроиться на одну волну. В общем, дети на планете Земля будут спасены. Да здравствуют наши герои! А теперь о погоде. На планете Львоунтаун ожидается дождь из двоек по геометрии, ветер косинусоидный, интервальный, возможны звуковые удары. А вот на планете Мукулилюкулярту ожидается выделение огромного количества теплоты, что вызовет потепление на этой планете. Ну а на этом у меня все. Программу вел я. Хорошего вечера. Just follow me.
Чем больше улыбок и веселья вы будете дарить окружающим людям, тем больше водяной тигр будет к вам благосклонен, посылая в ответ еще больше доброты и приятных моментов. Успехов вам и счастливого Нового года! Ra azar ba.
Собрались мы здесь по многим причинам. Причина первая – встреча нового 2022 года. Причина вторая – в нашем лицее сложилась прекрасная традиция в преддверии нового года собраться в красивом зале, посмотреть концерт, поздравить лицеистов и коллектив лицея с праздником и немного отдохнуть. Причина третья – мы собрались здесь просто пообщаться друг с другом. Причина четвертая. А может, кто-то кому-то хочет сказать: «Ты мне нравишься» или «Простите, я буду лучше и добрее в следующем году». Еще много-много хороших причин. Друзья, настал и Новый год. Забудьте старые печали и скорби дни, и дни забот, и как мы сильно все устали, но праздник ждать не перестали. Есть свои родные люди, папы, мамы, сестры, братья, дедушки, родственники, которые хотят вам добра, счастья, их молитвами, просьбами. Этот мир наполнен счастливым, красивым цветом. Посреди земли одна.
ты о спасении моем Богу молится. Полуночная моя Бога молится, об одном она молит: храни, Господи. И всю ночь в окне горят свечи восковые, чтобы веру и любовь потерявшая свет нашла душа моя заплутавшая. Мама, мама, ты одна, не предашь и не разлюбишь, в мире этом и другом ты всегда со мною будешь. Я к одной к тебе иду, сердце you don't have ears, baby.
some snow, but I'm never leaving, cause I'm Mr. Snow till the world be freezing. You are my home, my home for the season, so go. Уважаемая Снегурочка, а где же ваш Дедушка Мороз? А я не волшебница, а пока только учусь, но Дедушка Мороз остался за чертой старого года. А мне нужна помощь зала, а также творческие номера лицеистов, и тогда добрый волшебник Дедушка Мороз непременно появится на этой сцене. Да не вопрос! Лицеисты, на помощь! Thank you.
щеке, она снежки солила в березовой кадушке, она сучила пляжу, она ткала холсты, крывала ледяные, да над речками мосты. Потолок ледяной, две скрипучая, зашершавой стеной, тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду гини, а из окон порог синий, синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, зашершавой стеной, тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду гини, а из окон порог синий, синий. Хрустальное ведро деревьям шубы шила, дарила санный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий, синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий, синий. Шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду гини, а из окон порог синий, синий.
Денса де ла лирика. Двони драмум фалсо. Che con un po' di trucco e con la mimica io diventare un altro. Così diventa tutto piccolo. Из далекой земли впервые спортивные сани меня в этот зал привезли. А чтобы увидеться с вами, я занялся спортом, друзья. Не пью, не курю, не гуляю. И это, поверьте, здоровья полно у меня. И вам от себя пожелаю
смелее шагайте вперед. Я верю, всех ожидает счастливый и сказочный Новый год. Я благодарен вам за песни, я благодарен вам за танцы, от которых чуть не растаял. Я верю, что в 2022 году всех вас ждет успех. 11 класс поступит в вуз, который так мечтали и так хотели. Ну а десятиклассники будут учиться на отлично и хорошо себя вести. Так? Не слышу! Молодцы! Дедушка Мороз, красивая и нарядная наша елочка, да? Огоньки на ней не горят? Да, елочка красивая. Но эту беду мы поправим. Все огни гореть заставим. Но ребята мне в этом помогут. Да, ребята? Ну что ж, раз, два, три. Елочка, гори! Ой, не слышу, давайте еще раз погромче. Раз, два, три. Давайте еще раз. Давайте громче. Раз, два, три. Елочка, гори! Ну, ребята, у каждой песни есть припев. У каждой встречи есть финал. Дорогие друзья, спасибо вам, что собрались сегодня на этом прекрасном новогоднем концерте. За ваши песни, за ваш юмор, за вашу молодость, за эту энергетику, которую вы подарили нашей сцене. И пусть 2022 год будет для вас самым счастливым. И пусть в вашу жизнь приходят самые смелые и заветные желания. Великих вам целей и великих идей! С наступающим! Слово предоставляется Сергею Анатольевичу Рыдному и Людмиле Владимировне Герасименко. Наконец-то величайших актеров в мире выпустили на сцену. Меня и Сергея Анатольевича. Понравился праздник? Ребята, спасибо, что у нас проходил такой конкурс. Но как замдиректора по работе воспитательной, я вам скажу два слова. У нас не было того портрета, который мы ждали. У нас был конкурс хореографов, флешмобов. Ну как-то так, приколов, юмора. Можно вообще переименовать дальше. Портрет моего класса. Или юмора моего класса. Может, по-другому так называть, потому что вот так и так. Вы недаром заметили, наверное, да? Не просто заметили, когда прошли все номера, а потом я показала детей, которые поющие. Вам понравилось? Как пел Максим Дролов. Софья Дорошкова. Ксения Симак. И наш легендарный бас Тихон Гаранчук. Как пела у нас Полина. Слава Богу, что вы это оцениваете. Значит, у вас есть что в середине? Молодцы. Есть романтика, дети. Есть эстетика. Есть то красивое, что нас держит на этой земле. Может, еще маленькие? Подрастете, поймете, что красота спасает мир, а красоту спасают дети. Вам очень большое задание – спасти все самое красивое на земле, вам, вашему поколению. Итак, мы начинаем поздравления. Недаром мы оставили Деда Мороза с Снегурочкой.
Снегурочка, потому что так для пущей так важности. Самый главный герой этого Снегурочка Дед Мороз. Потом Сергей Анатольевич и я, правда же? Потому что они же главные в этом плане. И наши дети. Итак, у нас нет победителей. У нас есть номинации. И они очень интересны. Будем говорить от класса А до класса И, правильно? Многоуважаемые лицеисты, обучающиеся в классе 10 А, вы получаете номинацию «В поисках третьей планеты». Каждому классу будет вручаться вот такой интересный приз. Ой, не дай бог, упущу, сразу умру. Остальным классам я показывать не буду. Вам понятно, да, что я показала? Они стеклянные, очень тяжелые, поэтому решили опять их сюда замуровать, чтобы донесли до лицея, то есть потеряете по дороге. А читайте завтра в 10 часов утра перед старостой класса передо мной. Донесли или нет? Пожалуйста. А диплом, 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 перецата, перецата, вернись. Староста класса растерянная, пожалуйста. Как вы считаете, номинация... Мы начинаем КВН. Кто это? Пожалуйста, в темпе, готовьтесь в класс. Ребята, а давайте друг друга поддерживать вашими дружками. Анатолий Иванович, конечно, старая школа, да? Может, у нас там какой-то душик есть такой? Да, есть такое? В-класс. Как вы думаете, старые песни, кто там пел про белую ночь, а? Старые песни о главном или новые прокурорские танцы? Журнала 10 Г. Или как стать знаменитым психотерапевтом. Д-класс. Кто там мечтал про 100 баллов? Игра в 100 баллов. Номинация. Далеко там, где сидит класс? Эксклюзивное видео! Награждается 10-й Е-класс! Слушать 10-й же класс. Знаете, много песен. Пока мы были молодые, как молодые мы были, да? Пока мы молодые. Такая красивая номинация в же классе. Не обижайте же класс за недотанцованный танец. У нас еще будет много времени впереди. Программ. Было здорово. И класс так нервничал на сцене. Они что-то искали, хотели пойти поискать какой-то Вио, сделать лучше, чем Квин, да? То есть, ну, очень много было поисков. Но кто ищет, тот всегда молодцом. Кто ищет, тот всегда найдет.
вы считаете, приз симпатии зрителя кто получил? Наших лицеистов получили премию президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Мы хотим, чтобы поднялись на сцену Петрушенко Лиза! 11-й Е-класс! Я приглашаю Медина Владислава. 11-й В-класс. А где он? И у нас еще президент, такой же приз. Марковец. Без возврата уходит нить забот, которой нам не надо. Уходят имена, мгновения, взгляды, песни. Уходят времена, где было так чудесно. Прощай же, старый год, прощай, не до свидания. Иди к нам в Новый год и дари нам обещания. С Новым годом! Здоровья! Все идем на сладкий стол! С Новым годом! Поехали! Пожалуйста!